Накануне в Главном управлении МЧС Тувы прошла церемония награждения регионального фестиваля «Созвездие мужества» по тематике безопасности и спасения людей. В актовом зале ведомства собралось более 100 человек – те, кто ежедневно стоит на страже безопасности жителей республики. Среди награжденных и старшеклассник Начин Карасал, который был отмечен ведомственной медалью МЧС России за отвагу на пожаре. Карасал Начин Борисович представлен к награждению медалью МЧС России за отвагу на пожаре. Начин Карасал – учащийся Тувинского государственного лицея. В январе этого года спас из горящего дома своего соседа. История произошла вечером 1 января в частном секторе Кызыла. Начин, находясь во дворе своего дома, почувствовал резкий запах гари. Оглянувшись, он заметил дым, исходящий из соседнего дома, где проживает инвалид-колясочник. Обнаружив, что входная дверь в дом соседа снаружи закрыта, подручными средствами мальчик открыл засов. Из дома пошел густой едкий дым, но Начин не растерялся, зная, что сосед не может ходить, громко окликнул его по имени. Услышав тихий голос, юноша вошел в дом. Он схватил мужчину за ногу и, несмотря на то, что потерпевший в два раза больше его самого, прикладывая огромные усилия, спас его из горящего дома. На церемонии присутствовал и отец Начина, которого в момент награждения сына переполняли чувства. Довольный я все это видел, да, гордостью видел себя. С детства такой веселый и подвижный был ребенком. Но на этот раз он... Но проявляя свое мужество, шел на помощь на беспомощном положении человека. Как признается сам юноша, он не считает свой поступок героическим и уверен, что каждый бы на его месте поступил так же. Ну, это, я скажу, инстинкты, наверное. Просто помощь человеку. Тут просто я не знаю, просто не так получилось сразу. Я думала. Далее среди номинантов фестиваля были и представители органов местного самоуправления, которые вносят большой вклад в предупреждение пожаров и других чрезвычайных ситуаций, а также в повышение культуры безопасности жителей Тувы. Лучшей добровольной пожарной командой объявлен коллектив сельского поселения Байтал Байтагинского района. Также на церемонии чествовали победители конкурса «Лучший по профессии». Награждены 13 специалистов Главного управления МЧС Тувы и подведомственных учреждений.